Да. Привет, друзья. Ну вот видите как, вот 10 дней, говорит, так хорошо было, так хорошо спал. Я, говорит, пользуюсь всеми вашими приемами, я там посещаю ликбезы ваши, вебинары смотрю, так прекрасно было, так хорошо. Вот эти вот несколько дней просто не могу уснуть. Посоветуйте, пожалуйста. Я говорю, а как у вас погода там? Да что-то вот 2 дня, говорит, резкие колебания такие, до 10 градусов, там то потепление, то холод. Я говорю, ну вот. Поэтому, когда вы чувствуете какие-то изменения, сон нарушился, или вдруг у вас какие-то, ну, фон депрессивный появился, настроение, раздражительность какая-то, все участники школы, пожалуйста, помните. Значит, так. Ушки разминать, точку хэгу разминать, точечки, которые вот так берете руку на руку, рука свободная, там на шее, от затылочного бугра до лопаточки пропальпировать 2-3 раза в день по минуточке. Поделать вот это вот. Помимо основных приемов синхронизирующих, ключевых, которые вы делаете. А вот если вот стресс большой какой-то у вас случился, конечно, разгрузку надо. Ну, так регулярно мы делаем разгрузку, но в общем смысле хотя бы раз в месяц, как съездить в санаторий. Раз в месяц, ну там, ну 15 минут, 20 минут. А регулярно так вот каждый день или через день по 5 минут синхрогимнастику, там этих, лёс руками по спине, там, вис назад, вис вперед, с проходом вниз. Сильно шею не наклоняйте, у кого там проблемы с шеей. С проходом вниз, легкий танец, сильно не дергайте. Вы же знаете, что все надо по зеленой зоне, с минимальными усилиями, легко, свободно, пританцовывая. Самое главное, идти по комфортной зеленой зоне. Это закон сохранения энергии. Вот это закон эволюции. По ней как раз, если бы вы двигались, у вас проблем было бы меньше. Да, вот такие дни, когда температура падает, там растет атмосферное давление или падает атмосферное давление. Внутричное давление тоже регулируется в соответствии с этим. Луна, когда большая делается, вот такая, тоже меняется. Приливы, отливы. Не только в морях бывает, но и здесь тоже. Также та сердечно-сосудистая система, мозговая система, все такая целостность. Да, это выработано миллионами лет эволюции, автомат работает. А в нужный момент вы его переводите в режим сознательного управления, добавляете вот эти приемы, синхронизируете. Все это просто, это азбука саморегуляции. До встречи, друзья.